В Каспийском детском саду номер 31 состоялось театрализованное представление, посвященное 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Открыла мероприятие приветственной речью заведующая дошкольным образовательным учреждением Елена Загорная. В жизни такие события, которые переполняют душу и сердце гордостью за нашу страну. И сегодняшний день, в преддверии праздника Дня Победы, мы хотим вместе с нашими ребятами поздравить всю нашу большую страну с этим замечательным праздником. Эта победа, конечно, она не ушла в прошлое, она живет и сейчас, и будет жить в будущем. Юными актерами в этот день стали воспитанники подготовительной группы. Дети показывали сценки военных лет, пели песни, а также рассказывали стихотворения. Народу пришлось и холод, и голод, и ужас, все испытать довелось. Пусть мирно живут на планете. Пусть дети не знают войны. Пусть яркое солнышко светит. Мы дружной семьей быть должны. Помимо этого, ребята приняли участие и в тематических эстафетах. Учебная тревога, доставь товарищу снаряд и принеси раненого бойца. Подводя итоги мероприятия, организаторы отметили героизм и мужество солдат СВО. Они напомнили, что сегодня вооруженные силы выполняют множество задач, включая защиту страны от возможных угроз, участвуют в миротворческих операциях и помогают населению в случае чрезвычайных ситуаций.